Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам про самые распространенные мифы об аллергии на домашних животных. Аллергия на домашних животных – сложная тема, и на ее счет существует множество мифов. На что именно возникает аллергия? Может ли она внезапно закончиться? И передается ли она по наследству? Давайте разберемся во всех этих вопросах, развенчав самые распространенные мифы об аллергии на домашних животных. Аллергия бывает только на шерсть домашнего животного. Первый миф. Аллергия возникает не только на шерсть питомца, но и на особый белок аллерген, который содержится в слюне, поте и моче животного. Что касается гипоаллергенных животных, то у них, как правило, уровень аллергенности снижен из-за отсутствия шерсти или из-за слабой интоксикации выделений, в которых содержится белок аллерген. Аллергия на домашних животных передается по наследству. Второй миф. По наследству может передаваться только склонность к аллергии, но не сама аллергия. Нередки случаи, когда у детей и родителей находят разные типы аллергии. Также бывают ситуации, когда дети, в отличие от родителей, аллергии не страдают в принципе. Чтобы не потерять наш канал, жмите на кнопку подписаться. Не забывайте нажать на палец вверх, если видео вам понравилось. Это помогает нам делать видео, которые интересны именно вам. Наслаждайтесь просмотром. Аллергия на домашних животных может внезапно закончиться. Третий миф. На данный момент не существует научных данных, подтверждающих, что аллергия может пройти сама. Если такие случаи происходят, то это, как правило, связано с тем, что изначально был неправильно определен аллерген. То есть люди могут думать, что у них аллергия на кошку, а на самом деле у них аллергия на домашнее растение, которое появилось в доме одновременно с животным. Если растение из дома убрать, то аллергия пройдет сама по себе. Аллергия появляется лишь при контакте с домашним животным. Четвертый миф. Очень часто аллергены от животного попадают на одежду человека и благодаря этому переносятся на дальние расстояния. В помещении же, где живет питомец, аллергены находятся практически везде. Итак, мы разобрали самые популярные мифы об аллергии на домашних животных. Теперь вы знаете их, а значит, никогда им больше не поверите. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!